Отметились в кавычках и столичные правоохранители. Прокуратура поймала майора столичной полиции на горячем. Ему как раз передали 285 тысяч гривен. Сотрудник отдела по борьбе с незаконной миграцией требовал от директора общественной организации 15 тысяч долларов. Взамен обещал закрыть уголовное производство о служебном подлоге и не мешать дальше работать. Задержали полицейского в машине возле парка Феофания. Ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.